Всем привет! Добро пожаловать! Ваш любимый Ростецкий возвращается на экраны. Это дядя Женя. Сегодня гордый строитель в одиночестве пытается бороздить просторы морей. И океанов. А, без океанов. Старики, блядь. Людей мало, в принципе. А вон, может, там... О, смотри, какое место. Многоуровневый дом. Да. Многоходовочка. Я предвижу кучу дверей. Гаражки, медленные которые, да? Нормально. Так, несимметрично, ну ладно. Угу. А вот здесь что? Кто сказал, что я буду симметричный дом делать? Не знаю. Угу. Что-то вот такое вот. Вот такое непонятное. Вот такое странное. Очень интересный дом. На что это похоже? Нравится? Да, я пойду посмотрю, на что это похоже снаружи. Подожди. Так, это похоже на... Я даже не знаю, как... У меня слова такого нет в лексиконе. Какого? Хорошего? Ну, так объективного. Говори не объективно, я пойму. Ну... Думаешь, как меня не обидеть? Я думаю, как бы это лаконично выразить одним словом, но я не могу пока. Не приходит мне в голову пока такое слово. Такое слово еще не изобрели, в словарях еще нет его. То есть ты хочешь сказать, что говнище баное, да? Нет, такое есть в словарях, алло. Кикстартер не забудьте прописать, чтобы ящик сразу поставить и сразу же прокачать дом. Сейчас. Там можно же сразу с ящика апдейт сделать базы сразу в дерево или в камень. Ни того, ни другого нет. Ага. Давай возьмем какой-то кит. Возьми вайп тогда. У меня пусть будет на запасе он, на бэкапе. Сейчас возьмем. Ой. Сначала в камунь. А вот здесь что ты закрыл? А, ты просто стену закрыл здесь. А, там же спуск был, да-да-да-да-да. Слушай, ну здесь неплохо, так замаскирован шкаф. В буферке. Здание гниет, алло. Подожди. Буферка — это топ. Что тебе не нравится? Я не понимаю. Мне все нравится. Ну хоть не курятник, спасибо и на это, нет, правильно? Нет, курятники были, начальники были. Пора отойти от этого. Я хочу пара окон. Сейчас я с этого. Пара окон, пара окон. Это болезнь такая? Нет, слава богу. У меня пара окон. Хочу к врачу. Хочу к врачу. Наша новая рубрика в России «Хочу к врачу». Пара окон. FM. Вот. Что? Потом закроем его красиво. Да-да-да, это будет. Значит, смотри, следующим этапом у нас идут дверные проемы. А вот там можно сделать... Ага, вот. Курятник можно сделать, правильно. Куда же без этого? Ой, блядь, ой, ты нарушил канон. Канон. В смысле я нарушил канон? Ну, у нас же каменный дом, а не металлический. Ну, сделай даун. Даун? А. Сделай даун. Сделал дауна. Не в этом смысле даунгрейд. Я среагировал молниеносно. Да, но не так, как надо. У меня даун не могу сделать, у меня нет ничего. Что значит нет? То и значит, я же кит просрал. Чей ты? Кит просрал! Чей ты? Ихний, блин. Егоный. Ебать, бля. Подожди, я что-то как-то... Отдышись. Нормально все, хули ты. Просто кровь в голову ударила. Нормально все. Главное, чтобы не желтая. Кровь желтая? Да. Спайдермен? У Спайдермена почему она желтая? Он токсик? Токсик? Не знаю. Спайдермен. 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 Да ладно. Тут тогда не будем ничего делать, да? Просто за капеллок. Ну да, мы здесь поставим верстак. Что еще? Отойди, я поставлю. Давай. Я думал, ты верстак поставишь. Ой, надо хом прописать, кстати. А верстак, да, пропиши стартер. Да, стартер я пропишу.
Ну смотри, по крайней мере окон нет у нас. Давай же хотел пару окон, так и не сделал их. Давай подумаем, где поставить. Сначала сет-хом пропиши, потом спальню кинь. Сейчас. Ну что-то как-то ты по-стрёмному поставил, конечно. Почему? Наоборот, удобно. Хоба. А в чем удобство? Ну он никому не мешает. Если ты никому не мешаешь, это не значит, что ты всем удобен. Ничего, ничего. С это самое. Сказала бабка деду. Нормально. Так, ладно. Окей, но... Сука, куда примостить эту хуету? Я даже ящик не могу поставить-то. Че ты скачешь, блядь? Че ты делаешь, ебаный брат? Ты творишь, ждёк? Зачем? Опа! Нахер он там всрался, блядь, кобыли пятое седло. Ну некуда ставить, у нас дом такой, что одни буферки. Нормальный у нас дом, иди сюда. Сейчас. И? Прям на входе хочешь поставить? Ох, ядрите его. Сейчас мы это как... наша защита от рейдов. Давай спальню переставим, она по-тупому стоит. Забери мешок. Дай мне киянку, я не могу забрать мешок. Вот эту штуку. Киянку дай мне. Скрафти? Нет у меня дерева. Убери свою эту. Я просрал киты. На ладно. Что мне будет за киянку? Грибы. А что мне будет за киянку? Да. Грибочка в стакан. Вот так. Сейчас мы все красиво сделаем. Смотри, вот этот забираем. Так, окей. Смотри, раз. Потом. И два. Вот тут сразу два ящичка, только запороли. Так придумал. Так. Что, будешь спать под верстаком? Буду. Так, всем привет, с вами я, верстаком. Давай, уходи. Отойди, пожалуйста. Верстаком мы будем обозревать замки. Так. А, давай подумаем, знаешь, о чем? О чем? О бытие, о смысле жизни, о чем? Давай подумаем, где мы поставим с тобой окна. Пошли, выйдем. Давай. Ты с этой прописал хомы, да? Записал. Бля, дом, конечно. Это капец. А, ты хочешь достроить? Хотя можно, да. Но у меня почему-то плейсинг. О. У тебя плейсинг? Давай. Мог бы вот тут возвыситься, возвысься. Но почему-то не возвышает. Будь выше этого. Он меня не пускает дальше. Не судьба. Ага. Это для чего тут сатанинские ритуалы проводить? Закопалкивать здесь или что? В центре что, свечку поставить? Что сделать мне? Я вот думаю, кстати, что делать с центром? Спасибо сказать ему. Беда. Ладно. Предположим, допустим, простим. Ой, ты добываешь. Да? Где уверенность? В том, что я добываю или что? Ты или в чем? Так. А, дерево упало. Так это же я добывал. А, ты добыл? Давай просклоняем. Добыл, добывать, добуду. Добуди, добуда. Расклоняли. Можно дальше идти. Так, а вход там будет? Нет. А выход? Тоже. А окна? А окна? Только рехау. Тебе бабла завезли? Нет. Печально. Ой. О! Еще отросток. Из треугола, из буферок, будем по-модному говорить. По растерски. Кто-то бежит. Hello, man, are you in base? I'm interested in Kirkwesson. Let me do it.
Открывай. Ой, а он умер сам. В купальнике. Ну и чё, бля? О, ну патроны, патроны, Masked Pumpkin. Забирай, забирай. Это там ты? Нужны хотя бы компоненты начальной. Надо, игру. Надо, я металл-фрагмент собираю. Я металл-фрагмент собираю. Я металл-фрагменты собираю. Так, начинается передразнивание, все по канону пока. Нет, я разбор. А, разбор словесный? Какой орфографический, какой разбор? Фонетический какой? Есть такое понятие, как орфографический кретинизм. Там как топографический, только орфографический есть, скорее всего. Начинается кривляние, так, канон, раз. Мы без этого не можем. Не можем, нельзя. Я металл добываю, металл. Да. Слушай, а у нас печей-то нет, давай свинью. Печей заколим. Я одну оставил, у меня одна печь есть в сундуке. Никола, давай свинью заколим. Никола. Так. Нормально. Тебе нравится? Очень. Смотря что. Не то, о чем ты подумал, но... Я ни о чем не думал. Я просто спросил, нравится ли тебе. Я по смехам, по ноткам смеха определил. По нотке? По ноткам. Кам-кам-кам из the bitch in the cam. Так, что... Что за песни? Хорошо долбить, да? Долбить нормально. Долбить нормально. Не, а что ты думал, я сейчас буду... Что ты будешь? Это, типа, угорать, смеяться? Нет, я серьезно. А. Я настроен очень серьезно. На позитиве или как? На негативе, да, как? Так, бывай. Нам нужны камни, металл и дерево. Не может быть. Это же Раст. Саски. В смысле? Мы же играем в Раст сейчас. Ну да. Ну вот. Я же говорю, это Раст, это логично. Что надо камни, металл, дерево. Что еще нам надо? Компоненты. Слушай, серы нет, ничего нет. А что в этом было смешно? Что серы нет? Сейчас. Беда. Я не знаю, что ты смеешься. Ну ты же посмеялся, я говорю, серы нет. Я ухмыльнулся, вспомнил что-то смешное, наверное. А, что ж там, анекдот? Возможно. Возможно? Так. Ну как, бьется? Увлекательно, согласись, да? То, что мы заслужили. То есть не мы, они. Ну а как? Мы ж показываем жизнь. Чью? Пистолет нашел. Я нашел твой пистолет. Где ты его нашел, интересно, мой пистолет? Вроде есть, вроде нет. Руку сунул, потерялся. Я, походу, обосрался. Песня. Ведь кто-то посмеется над этим, правда? А сейчас треки так и пишутся. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Здесь реакция. Реакция лудомана, знаешь, такого? Лудомана? Так, мне уже некуда складывать. Что ты хочешь сложить? Суп. Ну, вещи, которые я налутал. Мне тоже много вещей. А мы так и будем прерывистыми обрывками фраз говорить друг другу, да? Неполноценно. Больше предложения будет. Чем два слова? Сложно сочиненные будут сегодня? Сложно сочиненные обязательно сегодня будут. Или просто будем в подчиненных сидеть? Низкоподчиненные. Ты домой? Нет, блядь. Я хуею. С этого зоопарка. А что? Ты хочешь составить мне компанию? Я уже телепортируюсь. Чтоб в одиночку не ТПшка? Групповое перемещение. Свидание? Перемещение. Беда.
Это было жестко. Так. Зачем ты хрюкаешь? Я нос забит. У меня иногда, когда забит нос, я когда вдыхаю, у меня получается через нос захватывает. А что ты там подумал? Хуй его знает, бля. Бля, спросите у меня, что ты хрюкаешь. Ну, нет, я вот до чего я еще не дожил в этой игре с тобой? Бедовая. Так. Задолбёжка была сейчас. Так, дерево надо. Надо. Ты вообще... В адеквате? Я вот не могу понять пока. Постарайся, прими. Кого? События. Это не Bluetooth, чтобы принимать. Ну, ты скажешь, к порт. Ну, ладно. Так. Ты скажешь, что нас... От ящика к ящику. Я поставил печку, взял металл, хочу пожечь немножко, а что? Я не понимаю, над чем ты смеешься. Ты сам, блядь, скачешь от дырки в дырку. Туда-сюда, блядь, обратно. Понимаешь? Бабник. Тонкий юмор. Ладно. Ты тончайший, блядь. Как струна. Душевная. Угу. Как струна у Ди Каприо, да? Так, что тут? Не знаю, не проверял, какие у него струны там. Так. Поржал? Поржал. Можно играть? Все. Так я и играл, и ржал. Ну, пока, в принципе, да. Я играл и ржал. Так, свинья. И ржал над тем, как играл. Да? Угу. Ты свинью разделал? А. Да, разделал. Да. У нас, кстати, можно оружие. Можно, если у нас есть. Так, все есть. Что ты? А. Угу. Это нож? Нет, блядь, самотык. Это вопросы, блядь. Беда. Ладно, пойду в другую комнату. А там что, проще? В каком плане? Нет, там жестче. Так, хорошо, зажжем. Что по ресам? По ресам нам хватает сделать второй верстак. Давай, беру. Давай. О, куда есть поставим? Второй. Так, ну давай выберем какое-нибудь хорошее место, чтобы... Погоди, у нас где-то есть свободные места, где можно прям вот смело поставить верстак. Вот здесь вместо ящика надо было, смотри, здесь ящик валяется. Все, я поставил, я поставил. А, тут еще. Я беру ружку, там где твои компоненты все. Угу. Калаши можешь сделать. А, нет, не можешь. Так. Блин, здесь ходить невозможно, я застрял. Зашибись, тут классно верстаки стоят. Надо было... Слушай, надо удалить и поставить первый и второй. Это нормально, что? Сейчас я все сделаю. Не, я не могу твой верстак, ты удаляй. А что, я прохожу нормально. Ну, там застреваешь, когда просто я бежал, раз и застрял. Давай переставь, первый убирай, второй ставь. Нам зачем второй, первый, то есть? Что это такое? Первый, второй, первый, второй, первый, пятый. Переставь, да, второй туда, на место первого. Какие-то сложные махинации. О, вот это сок. На, держи, раз. Ух ты, блин. Положи, пожалуйста. Я думал, ты калаш... А, нет, не калаши, да. А калаши не, не хватает. Я тогда в нижний ящик все это сложу, пойду. Давай. Беда. Так, хорошо. Почему? Не знаю. Почему у меня первый верстак откуда? Ты же мне его не давал. Я тебе не давал, да. Повода. Первый верстак. А. Так, три полуавтомата. Три и два — это пять. И два пистолета, пулемета. А почему три на два?
6. Ну так получилось. Просто так получилось. Просто так. В жизни разные случилось. Да, как пела, помнишь? Кто пел? Антикиллер, помнишь, фильм такой был? А, точно, ты Гош Куценко. Или Паста Гои, да. Такого не было. Так, нафиг дешманские двери. А, я могу сразу делать вот так. Че ты мне даешь? А. То, я... что тебе понадобится по жизни. Мне даже пароль не нужно знать. Я просто... Не надо ничего ставить мне. Тебе даже пароль не нужен? Нет, я могу. Слушай, все. А давай вот там наверху маленький ящик поставим. Давай, давай, давай. Я туда закину пару автоматов. Нам надо просто в каждой комнате по автомату. На окон нет. А, одно окно. И то на воду, где, ну, в принципе, стрелять не в кого, да? Мы всегда найдем. Соседи там вот в коттедже живут. Соседи в коттедже живут далеко. Так, козерог. Кто козерог? Лазерочек я поставил. Да, козерог, лазерок. Так. А ты мои вещи куда сложил? У тебя были вещи? Я же тебе сказал, возьми у меня там напоясник там. Ты говоришь, да-да-да. Нету? Все? Нету. Ладно. Перчатки наденем. Напоясник на мне, я еще не умирал. Нет, у меня свой был. Так что на пояс он как бы на мне. Так. Сложно. Ладно, пойду туда. Так, а где у нас... Вот он. Уголь не нужен. Так, уголек где-то был, я видел. Был внизу. А, нет. Такие душные гаражки эти. Конечно, такие душные серии. Душные гаражки. Опять песни. Так. Душные гаражки. Гаражки. Эти душные гаражки. Гаражки. Так, я просто патроны крафчу нам. Мы не любим их, но ставим. Гаражки. Я люблю гаражки. Я не люблю гаражки. А мне прицел дадут? Будешь хорошим мальчиком, то после обеда дадут прицел. Почему после обеда только? Потому что после ужина уже надо стрелять. После ужина надо спать. Чтоб жирок завязался, да? Да. Так, куда патроны? Патроны здесь. Я понял, я сейчас еще два поставлю. Куда же так много-то? Что-то такое душнилово тут лютое. Душные гаражки. По-моему, это возле нас где-то просвистело. Пуля. Да? Дура. Да. Штык. Нож. Молодец. Штык-нож. Содержательный контент. Энциклопедия. Чё стоим? А. Патроны делаю. Собираю патроны. Ну, я вообще-то переделал, сделал патроны. И поставил эти перки разные, прицелы. Перки? Че ты, блядь, смеешься от каждого слова? Я вообще, вот, хватит, нет? От каждого слова бухахаты был, блядь, улетаешь, понимаешь? Улетаешь, понимаешь? Понимаешь, улетаешь. Ухахаты был. Что ты несёшь, блядь? Наркоман. Что ты? Беда. Да? А? Да. В адеквате спрашивают ты или нет? Я говорю, да. Так. Подожди, я сортирую. Так, у меня душные еще гаражки. Что ты, мать твою, несешь? Монологи. Ой. Угу. Пошли кого-то погасим. Не гаснут свечи. Погасить, прости, могу только костер. Пошли.
Слушай, а может это дом рейдануть маленький? Ох, там перестрелка на горе. Да, вижу. Прям вон человек, вон он. Вижу. Угу, видишь? Давай за домом аккуратно. Давай. Под конец серии сольем пару автоматов, да? Сравнительно. Так, погоди, он сейчас пойдет лутать их. Вон он. Тебя видит? А, нет, еще пока. Он растерялся. Там был в химзащите, чем? Да, и в желтый, и в броне. В какой броне? В какой? В сете. А. У Нагимаки. Это ты? Да. Ага. Я немножко попал по нему, но не факт. Немножко попал, но не факт. Он положил меня, Женя, осторожно. Блин. Пожалуйста. Я пытаюсь. Сейчас. Пусть он ко мне подойдет. Давай попробуем. Бежит кто-то ко мне. Он и бежит. Может, я встану. Он проверит просто, не придет ли, не подойдешь ли ты ко мне. Он как пойдет ко мне, ты сможешь его вольнуть, я думаю. Пока никого нет, это я только здесь. Пока сиди. Ты понял, где я упал, да? Да. Притом он как-то, знаешь, вот сразу меня положил. Я вообще не понял. Пока никого нет, пока я... Ну, он ждет, палит, наверное, меня ждет. Я умер. Ага. Я попробую. Арашала меня убил какой-то. Арашала? Арашала. Угу, там... Нет. Рошалу убили. Рошалу убили, да. Я пойду сейчас заберу. Так, патрики тут. Так, мне нужно немножко патрики. Я все забрал твое. Супер, красавчик. Люблю, целую. Тем в попку, да? Нет, это ты без меня уже. Что за разговоры? Возьми свои вещи. Из дома выбежал, домой прибежал. Давай, я тут. Давай, заходи, там опасно. Держи. Благодарочку. Вообще надо приодеться, это правильная мысль. Была. Так, знаки есть на полях? Можно и поесть. Так, что тут? Это вот это, а это вот то. А это тут, угу. Это тут, а это там. Тут и там, получается тут. Так, надо автомат только выложить, потому что, блядь, некуда выкладывать, понимаешь? Ну выложи в нижний ящик. Внизу там есть. Я выложу. Все, пошли воевать. Так. Я попроще. Я знаю, я тоже не сложный. Так. Ак-а. Подожди меня. Ну и что ты там, ну? Я патроны избрал на новое оружие. Ну что ты такой, давай. Я взял другой автомат. Похуже? Да. Ну просто просрать винтовку, я лучше это пистолет-пулемет. Там что-то гасило. А что ты голый опять бегаешь? Ты же придеваться хотел. Так у меня нет одежды. Ну, скрафтил бы. Да что-то ленько. Носки, трусы там, по мелочи. Там что-то жесткач. А мы сейчас сзади зайдем. Угу. Антирейд. Угу. У меня есть такая штука, нет? Вообще надо было рейдануть, кстати, у нас рядом. Неплохой домик. Я думаю, как раз на следующую серию ставим. Да, можно. Вон человек, Олег. Готово, положили. Готово. Ну как дурас, а? Это вот я в него стрелял, походу. Угу, автомат, я взял винтовку. Бери, погнали домой. Пошли. Спасибо, ребят, за просмотр. Всем пока. Спасибо. Ага. Как у него, а? А он не понял, что ли? Нет, он на тебя смотрел, я стрелял в него, и потом он только начал на меня реагировать, и ты его убил. Беги давай. Свинья. Серьезно, там свинья была? Но она хрюкнула. Манцуй, потому что опасно. Ага. Интересно. Ты калаш забрал у него? Да. Красава. Он на земле лежал. Ты что у него взял в сундуке? В сет, полный сет его. Отлично. Вот, я надел сразу. Я смотрю, сразу одеваешься при беге. Хули время терять. Ага. Все, короче. Да.
первая серия у нас готова. Да. Дальше пойдем бахнем домик рядышком. Обязательно. И посмотрим, вернется ли чел за своими вещами. Скорее всего. Это был Раст. Увидимся в следующей серии. Всего хорошего. Пока. Пока.